Доброго утра! У нас уже 9 часов, кстати, ровно. Вот, сейчас буду готовить обед. На обед будет утка в духовке, каша и салатик сделаем. Так, я хочу вам показать фольгу, которую я покупала. Это была обычная саянская фольга, написано, что она для гриля. Так, она очень-очень плотная, очень здоровская, не тонюсенькая. Мне она очень нравится. Так, вот моя уточка. В общем, здесь обрезанная грудка, ножки и крылышки. Поперчила только. Вместо соли будет соевый соус. Так что сейчас будем его готовить. Так, вот такая вот уточка. Здесь добавила еще лучок, чесночок. Сделала соус. Немного подсолнечного масла, соевого соуса. Вот чуть-чуть с полной бутылки. И горчички. Можно еще медика добавить, но, к сожалению, не любит с медом. Мама! Что? Ты что, покупаешь пряники и потом ложишь их на тарелочку, типа это твои, да? Да. Скупаешь? А что, незаметно? Скупаешь ты? Да, в магните, да? Да. Я то такие скупила. Или ты сама их делала? Сама. А коробочки где? Ну, пакетики. Купила ты же отдельно. Как они открываются? Ну, сзади. А зачем? Это я Виолетте с Викой хочу. Зачем? Ну надо, они же заказали котика, одного. На день рождения. Типа из нас кого-нибудь? Ну да. Да? Типа из нас кого-нибудь? Да. Так, вот такая уточка, я ее хорошенечко помассировала вместе с соусом, и теперь ее в духовку, наверное, на часик. Ну, плюс-минус буду следить, естественно. 200 градусов. Так, все, мы покушали с папой, а Гриша суп чечевичный доедал. Я уже прянички вот эти вот губки и усики упаковала. Ну, получается, не видно все его прикола губок. Ну, потом сюрприз будет. Усы, цветочки. Котика еще не дорисовала. На пятерочке еще вот такие вот лапки. Вот уже начала укладывать все в коробочку. Еще надпись «С днем рождения». И глазки для котика, и немножечко его обведу черненьким. Ну что, ты готов? Угу. Все, едем. Да, поехали. Физкультуру не забудь, пожалуйста. Без физкультуры. Да, у все, тебя такое уже было. Да? У тебя же такое уже было. А что говорили? Что не поставили. А говорили, что поставят? Ну, так что давай не забудь. Говорили, вот напомни, чтобы я тебе поставила. Кто бы нам помирал? Все, зайчик, счастливо. Пока. Пока. Так, ну что, у нас уже 4:30. Я сейчас немного, наверное, перекушу. Если успею, то сейчас же делаю пряники. Вот этого кота, кошечку. Вот дорисы и глазки немножечко. Кое-что там подправлю. И мы с Сержей поедем менять роутер. Наконец-то уже жду, не дождусь интернета. Это просто ужас. Жизни без интернета нет. Тетя Люда нас угостила персиковым вареньем. У нее все подписано. Гляньте, как круто. Будем сейчас пробовать. Так, ну что, вот такая вот надпись получилась. Не знаю, насколько у меня хорошо получилось ее срисовать. И вот такой вот котик. Мне нравится. Ну, глазки, конечно, еще тренироваться и тренироваться, но, знаете, все приходит с опытом. Главное, чтобы он был. Так вот еще будет вот такие вот прянички в коробочке. И вот эти вот просто так губки и усики. Дети уже дома. Ну, как там в детском саду? Главное, у нас день рождения, я только поеду. А где пригласительное, кстати? Папа! Афоня сказал, что он только с мамой, да? Да. Без мамы ты не будешь? Нет, у дедушки. У дедушки? Да. Нет, у дедушки тоже не будет. Да, прочитайте. Антон и Гриша, приглашаю вас на день рождения. Завтра, это 11 октября, к 4 часам, Настя. Вот такое вот приглашение, да? Завтра. Да. Сегодня. Сегодня? Да. Нет. Нет. Завтра. Не пять. Мама.
Тихо, аккуратно. Кто тут балуется? Так, не деремся, не деремся. Все, Григорий, давайте складываем диван, поехали. Мама, это дедушки. Ты до дедушки? Да. Хорошо. Гриш, пожалуйста, мама, ты взрослый. Да, и ты. Мама, папа как будто нас. Так, давайте, пошлите. Пошлите собираться. Ну, Антош. И хочу один. Где мой телефон? Все, пошли, пошли, да, до деда. Так, пошлите. Я пойду. Заходим. Мама, дай, забери. Так, Гриш, ну пусть и несет, какая разница. День рождения! Машка, у нас день рождения. Ешь, я привез сюда. Я, конечно, не знаю, что делать. Да, нет, это что? У нас интернета нет. Так, ну все, мы тогда с папой поехали. Давайте, да? Счастливо, давайте. Вы чтобы приехали сюда. Вот это что же... А никому, никого ж нет дома. 25 это нет. Давайте. Все, мы уже дома. Пап, расскажи, как мы поменяли. Мы поменяли новый, как у дедушки Леши. Все понятно. Да. А понятно. Ты что, спать хочешь? Да. А у меня тут вечернее чаепитие будет, у родни отрезала. На, руками, Гриш, я сотру. Я тут отрезала у родни паштет, сейчас буду с огурцами тут есть. И чаек. И ты что ты сделал? Не знаю. Прическу? Да. Гулька нагинается. Вот это мне, мама. Кого? Это. А что вот это? Это. Нет, это уже не надо, уже поздно, сейчас уже спать пойдем. Нет. Я пойду мультики. Ну, ходу пукаешь.